памяти Петра Валькевича в Чебоксарах прошел традиционный межрегиональный турнир по мини-футболу. Традиционный турнир по мини-футболу памяти Петра Валькевича прошел в Чебоксарах в 20-й раз. Боевой офицер, командир войсковой части Валькевич погиб в 2000 году в Чечне. Петр Иванович сам увлекался спортом, особенно любил мини-футбол. В этом году на турнир собрались 12 любительских ветеранских команд из разных регионов. Награды разыгрывали в двух возрастных категориях. Если раньше был возрастной ценз 45, то сейчас к нему добавился еще возрастной ценз ветерана старше 55 лет. Вот. Это именно в этом году, это первый раз. В категории 55 лет и старше за чувашскую команду «Волга» из Чебоксар вышел министр спорта республики Михаил Богоратов. Полковником Валькевичем Петр Ивановичем я лично служил в одном воинском соединении, вместе с ним были в Чечне, поэтому этот человек достоин, чтобы в память его проводился вот этот турнир. Приглашаются все ветераны на этот турнир. Очень он популярен в своем проведении. Приезжают ветераны из ближайших городов, даже Москва, Иваново, Казань, Йошкар-Ола, Ульяновск. Лучшим в категории 55+ ожидаемо стал московский «Локомотив». В категории от 45 лет первое место взял ульяновский «Симбирск». Чебоксарские «Крылья» – третье. Ольга Пырочкина, Алексей Зотиков, Андрей Спиридонов. Республика.